Полдень в Москве, это лайф. Мы рассказываем новости первыми. Боевики издевались над телом пилота сбитого Су-24 после смерти. Это установили судмедэксперты. У летчика обнаружены множественные гематомы по всему телу. Били чем попало. Причиной смерти офицера стало огнестрельное ранение. Су-24 российских ВКС был сбит Турции над сирийской территорией 24 ноября. Экипаж самолета катапультировался. Штурман Константин Мурахтин спасся. Пилот Олега Пешкова расстреляли с земли. Анкара до сих пор не извинилась и не объяснила причину атаки на бомбардировщик. Место, откуда боевики палили по нашим летчикам, российские военные сравняли с землей. Удары были нанесены с воздуха и моря.